Всем привет! Сегодня супер день. 9 утра, и солнце светит вовсю. Такая красота на улице, тепло. И обещают сегодня плюс 17. Вообще лето. Мы идем с моей дочкой в одно классное место. Здесь существует такое место, где встречаются родители с маленькими детками от 0 до 3 лет. Вот просто организовано пространство, много игрушек для разного возраста. Есть игрушки для первого года жизни, есть игрушки для второго и для третьего. Уже для более старших детей можно полепить из всяких глин, пластилинов и других паст, порисовать, поклеить аппликации. А для мелких детей, как моя дочка, всевозможные мячики, разные тряпочки разных фактур, чтобы пальчиками можно было трогать. Есть у них замок, куда можно только деткам заходить или заползать. Ну и родители могут пообщаться, попить чай, поделиться какими-то проблемами или достижениями своих деток, посоветоваться. Может быть, найти какого-нибудь хорошего доктора, специалиста и так далее через других родителей. Я очень довольна этим местом. В нашем городе Кре такое мероприятие проходит раз в неделю по четвергам, а по вторникам проходит в соседнем городе в Алексе, и мы по вторникам туда ездим, потому что мне очень нравится. Нина общается с другими детками, я общаюсь с другими родителями. Плюс Нина играет другими игрушками, потому что все игрушки дома ей уже надоели по 100 раз. И плюс она смотрит на более старших деток, которые уже ходят, которые бегают, прыгают, играют, кувыркаются на горке. И таким образом она быстрее развивается, схватывает, что можно еще ей поделать, попробовать, чтобы научиться. Вот, видите, солнце такое мне прямо в глаз светит, и Нине тоже. Нина очень не любит солнце в глаз, а я ничего, мне нравится. Немножко вам моего города. Вот так вот в центре города у нас не очень красиво, не казистенькие такие дома обшарпанные. Жители города не очень любят мэра, потому что мэр вообще ничего не сделал для города, по их мнению. Я не могу судить, потому что я живу здесь всего год. Ничего не могу по этому поводу сказать. Но город, правда, такой немножечко обшарпанный, в полуразрухе. Ну, а это самое лучшее, что есть у нас в городе, это река Дром. По названию этой реки и названа вся наша область Дром. Вот такая набережная. Это вам, конечно, не набережная Сены, но очень даже миленько. Особенно, когда светит солнце и так тепло, как сегодня. Вот магазинчики такие у нас на первом этаже. Кафешечка. Народ сидит снаружи, радуется потеплению такому. Правда, солнышко ушло. Вот мы в Тисаж сходили с Ниной, и все. Теперь опять облачно. Так, вот такие маленькие витринки, магазинчики. Книжный. Это все большой такой книжный. Ну и все, а дальше уже
пошли обшарпанные дома подальше от центра. Вот он, крыш. Можно попить чай, кофе. Можно порисовать. Разные игрушечки. Для разного возраста. Вот, детские игра. Для маленьких есть. Для постарше детей. Ну, детки играют, катают машинку. Родители вон своими делами занимаются. Вон на машинке мальчик катается. Вот такая маленькая мягкая горка. По ней можно кувыркаться, подниматься, спускаться. Да. Les crêpes, c'est à quelle heure? C'est l'après-midi? Oui, c'est 2h, oui. À 2h. À 2h. Ouais, bah c'est bon, ça, j'espère qu'il fera beau. Bon, là, tu veux monter? Non, il veut pas, je préfère la chariot. C'est Ellie qui se fait pousser par lui. D'accord. Друзья мои, если видео было для вас интересным или полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Увидимся очень-очень скоро. Пока!